Добрый день, уважаемые слушатели нашего университета. Мы продолжаем тему аккомодации. Она актуальна, она требует особого отношения, потому что здесь надо понимать досконально, поэтому в разных ракурсах я и показываю. Чтобы не получилось так, что кто-то из вас скажет: «Да я же это уже слышал, я же это видел». Понятно, кто-то услышал, кто-то увидел, кто-то запомнил, но все-таки моя практика как педагога, работая со студентами, с врачами, требует повторов. Повторов в разных ракурсах. И я тут применил дидактический прием. Обращаю ваше внимание на наш экран. Смотрите, вспомнили. Опять наш хрусталик. В норме лучи, проходящие через хрусталик, фокусируются на сетчатке, а вот эта сетчаточка в точке F. Вот это фокусное расстояние. И вдруг случилась такая беда. Человек вдаль смотрел, не переводил взор. И вдруг в течение 10 минут произошло вот что. Как будто кто-то залез в глазик и поставил еще одну дополнительную линзу. Линзу двояко выпуклую, плюсовую, собирающую. И вот что случилось. Фокус был здесь, а стал здесь. F2. Что же произошло в таком случае? Подчеркиваю, как будто кто-то залез и вставил внутрь глазика дополнительную линзу. Технически это невозможно, дидактически да. То есть хрусталик стал, образно говоря, был такой, а стал вот такой. То есть без надобности сработала аккомодационная мышца, никто ее не просил, а тем не менее она сократилась. И получилась вот такая картина. Это есть спазм аккомодации. Я в таких случаях студентам всегда говорю следующее. Вот эта плюсовая линза, она как будто крючочком цепляет за фокус и тащит к себе. Всегда, во всех случаях. Итак, смотрите. Я поставил линзочку. И как будто эта линзочка взяла крючочком и притянула к себе. Это делает плюсовая линза, собирающая, convex. А вот конкав наоборот. Помните, мы с вами говорили, возвращаем и ставим рассеивающую линзу. А рассеивающая линза, она рассеяла лучи и таким образом отдалила фокус от себя. Этим и отличается минусовая линза. Ваше внимание представляю тоже самое интересные схемы, которые показывают покой аккомодации и напряжение аккомодации. Здесь я схематично показал, помните, как я вам говорил, руками показывал бублик. Вот тот же самый бублик, считайте, это имитация нашей аккомодационной мышцы. А вот эти вот отросточки, это и есть циновые связочки. А посередине подвешенный хрусталик. Он как чечевичка, смотрите, уплощен. Он висит на циновых связочках. Всем понятно? Следующая картина. Надо сделать так, чтобы хорошо рассмотреть вблизи. Аккомодационная мышца срабатывает и из такого состояния переходит вот в такое. Сравните. Диаметр аккомодационной мышцы уменьшился. Была такая, стала такая. А хрусталик был вот такой, а стал вот такой. Потому что расслабились циновые связочки, и хрусталик стал более выпуклый. Сравниваю. Аккомодационная мышца была такая, стала такая. Кладу аккомодационные мышцы на стол. Хрусталик был такой, стал такой. В этой проекции, смотрите, уплощенный, более выпуклый. Я думаю, всем понятно, что произошло. И этот акт аккомодации вы повторяете в течение дня миллионы раз, переводя взор отдали к близи. Представьте себе, что вы уткнулись носом в компьютер и весь день сидите, а вдаль не смотрите. В течение 5-6 часов наступает утомляемость этой аккомодации. А что за этим? Вы не
ликвидируете первопричину. А какая профилактика, это потом мы будем говорить. Нет, вы вынимаете из сумочки аналгин, спазмолгон, и каждый день вы его глотаете. Вот это и беда общая. И чтобы этого не было, это и составляет темы наших бесед. Не могу не показать на прекрасной модели, южнокорейской модели глаза. Великолепно специалисты Южной Кореи показали схематично хрусталик с циновыми связочками, вот они радиально отходят, их много. А вот это колечко, это и есть аккомодационная мышца. Умнички, молодцы, доходчиво и понятно. Дальше я хотел бы вам показать тот опыт, о котором я сегодня говорил в детстве. То есть расстояние от глаза до экрана, ну, в данном случае, экстраполируем, переносим на вот этот эффект сжения руки светом, проходящим от солнца через линзу. Мы взяли, я уже упомянул вам, хрусталик в состоянии покоя аккомодации и в состоянии напряжения аккомодации, как чечевичка, этот и этот. Этот уплощен, этот выпуклый. Давайте посмотрим. Я включаю фонарик. Смотрю, на каком расстоянии от линзы до экрана будет четкое изображение светодиодов фонарика. Здесь примерно метр. По формуле 100 сантиметров делим на 100. Получаем одну диоптрию. Вот теперь представьте, в состоянии покоя аккомодации эта линзочка была в одну диоптрию, примерно. Другой случай, когда мы берем линзу и смотрим, на каком же этом расстоянии будет больно руке или четко видно на экране. 5 сантиметров. 100 делим на 5 сантиметров. Получаем линзу, равную 20 диоптриям. Итак, 1 диоптрия, 20 диоптрий. Подчеркиваю, в реальной жизни там цифры другие. Просто я вам показал принцип. Понятно, что хрусталик не 1 диоптрия. Хочу обратить ваше внимание, что некоторые говорят диоптрия, некоторые диоптрия, но она не принципиальна. Да. Так вот, здесь в 20 раз больше. В реальной жизни там другие цифры. Не запоминайте, я показал вам сам принцип этот. Он довольно красноречив и запоминается на всю жизнь. Итак, мы рассмотрели, применяя законы физики и оптики, рассмотрели аккомодацию. Мы, в общем-то, рассмотрели весь механизм, в том числе и нарушение самого аккомодационного аппарата. Скажите, пожалуйста, а как в жизни проявляется это? И что способствует появлению? Мы уже упомянули, это длительная работа с компьютером, с книгой. Дело в том, что когда мы были дикие люди, да, это было много тысячелетий тому назад, тогда не было этих компьютеров, книг, не было так называемых прецизионных работ. Что это такое прецизионные работы? Это работы, которые выполняются вблизи глаза. Человек бегал за мамонтом, ему не было необходимости длительно напрягать аккомодацию. И глаз не приспособился к колоссальному, быстрому взлету промышленности и производства планеты. Он не приспособился. Поэтому напряжение аккомодации, которое у большинства людей, оно и вызывается вот этими избыточными нагрузками. Я уже об этом сказал, причины какие. Но главное в данном случае – это не нагружать эту аккомодацию. Как – это вопрос другой. Для этого существует специальная оптика, о которой мы будем говорить. Это сфера призматические очки и так далее, и так далее. И, наконец, лечение. Но перед тем, как к лечению перейти, это отдельная тема, будет очень интересное занятие. Да, это уже с пациентом, это мы будем привлекать уже медицинскую сестричку, это будем демонстрировать тренажеры. Будет очень интересно. Пока есть. Представьте себе, что вы дома, видите, как ваш ребенок склонил голову низко над книгой. Что же произошло? Ну, вы это заметили,
А большей частью вы не замечаете, потому что вы сами уткнулись в телевизор или в книгу, или в компьютер, и вас мало интересует. Ну, сидит и сидит, ради бога, не вякает, не кричит, не морочит голову. А на самом деле он сам грузит аккомодацию, вызывая в будущем, по возможности, все для этого дела близорукость. Ну, по крайней мере, спазм аккомодации, это уж точно. Вы это видите, но вы теперь грамотные. Вы теперь прошли через занятия нашего университета, вы уже знаете, что книжка, которая очень близко, или тетрадь перед глазом, она вылетела за глаз. И для того, чтобы посадить на сетчатку, требуется затратить энергию. Энергию для того, чтобы сработала аккомодационная мышца. Вы это уже знаете. А как вы думаете, нормально, если все время ребенок сидит, затрачивая колоссальную энергию? В результате у него нарушается усидчивость сначала, он крутится, вертится, потом у него болит голова. Ну, иногда вы подойдете, подзатыльник дадите, чтобы он сидел. Это грамотно? Это нормально? Нет, конечно. Во-первых, подзатыльник нельзя давать ребенку, а надо грамотно подходить без подзатыльника. Поэтому надо обязательно следить за ребенком, в том числе и в школе. В школе нужно обязательно следить учителю. Учитель не должен только думать об оценках. Он должен знать, что оценки не ценой здоровья. Каждый педагог обязан внимательно следить за посадкой ребенка. Здесь убивается несколько зайцев. Во-первых, правильное без деформации положение позвоночника. С другой стороны, это правильное расстояние от глаза до текста. Здесь мы приказываем правильно сидеть, а это уже указание педагогам. Дальше. При статической форме физического, ну будем говорить, образа жизни, если статика, то есть без движений, и возникают многие проблемы, ибо недостаточное кровоснабжение – одна из причин появления вегетососудистой дистонии и спазма аккомодации как следствие. Стало быть, что надо? Побольше бегать. Что у нас в школах часто бывает? В школах перемена. Некоторые продолжают сидеть за партой, а в некоторых школах даже учителя остаются еще на перемене и продолжают что-то объяснять. Категорически запрещено это. Надо думать о здоровье. Как только звонок, немедленно, чтобы ни одного человека, ни одного школьника не было в классе. И после этого они должны гонять полностью по всей территории школы. Я хочу обратить ваше внимание на этот аспект. Школа наша иногда вредит. Чем вредит? Да вредит тем, что запрещается бегать на перемене, чтобы не разбили телевизор, не влетели в цветок. Советую всем познакомиться с замечательным произведением Бурса Помяловского. Это было еще в 19 веке. Так вот, бурсаки, они получали знания в гимназии, в этой бурсе так называемой, но никто не запрещал им бегать. Наоборот, педагоги в этом произведении стояли и следили за детишками, чтобы никто не сидел, а именно беготня. Вот этот нужно взять на вооружение всем педагогам. То есть принцип, как можно больше двигаться. Именно это должно быть в основе улучшения кровоснабжения за период 10-15 минут. Так вот, Бурса Помяловского как раз и говорит об этом. Что касается режима работы зрительной, это тема нашего занятия, где мы будем говорить, в частности, о компьютерном зрительном синдроме. Мы будем говорить о многих вещах, которые окружают ребенка, да и вас, дома и на работе. Сегодня наша тема подошла к концу. Помните, что спазм аккомодации очень часто находится в вашем доме. Не пускайте его в дом. А уж если он завелся, то его надо убрать. А вот как убрать – это тема следующих занятий. Благодарю за внимание. Всех благ вам!